каемку. О, ничего себе, Леха, что-то решил взять. Да, Оли Паладин проснулся в нем. Просто кого-то уже идти-то некуда, все закрыто. Я помню, Леха еще говорил, целка обычку иначе выходит. Так, Ангил забрал, как понимаю, да? Ну, короче, пока вы волка проносите, можно гулять. Ты одного бери, я то в сторонке пытаюсь, что он не срывает. Ты это, не трогай его. У меня отражение есть, объема. Хоть где-то, да, про товары? А вот не говори, блядь. Хоть где-то свой скилл показывает, сука. Напомни, что из-за тебя я сдохла. Я запомню. Вот почему из-за меня? Чубус, чекни варианты. Группу поставь. Так, чтобы было проще. Ну да. Давай обратно. Контрольте мобов. Этому мобу надо сбить каст. Да. А второго-то зачем? Жака вы нагрели. А что там, не бьют мобов или что? Сбейте эту хуйню. А можно всю комнату согреть? Я хуй знает, что так много нагрет. Ну, ясно все. Поздно диваны ложимся. Все настолько плохо? Да. Ну тогда падайте. Только ко мне не надо подходить, уйдите отсюда нафиг все. Согрели три больших и с ними куча маленьких. Ну упадите, я вас резну. Чубаля. Блять, вот за ручку что ли водить или что, я не понимаю, как в комнате в целках. Я в свое время ГП за такое получил. Вот не говори, блядь. Я, кстати, тоже. Чё там, спал? Мобы ушли? Тут какие-то... Да, они в другую комнату ушли. Лучка стоит Велбрила почему-то. Мобы пошли. А, ну, а каким хуем? А, Велбрила. Вы в инс зашли или что, я не понимаю? Алло, вы тут? Конечно. Не заходите в инс никто. Всё, когда убило, так же зашли. Я, короче, и массу уже сейчас даю. Не надо никуда заходить. Сейчас я масреснул. Только мобы уже идут. Я брал танчики. Зря это резко. Вы только не сразу вставайте. Ну, вы видите сначала. Я хуй знает, нахуя заходить, чтобы, блять, мобы бежали в начало инста. Мы зашли, когда вас еще было 23 человека живых и побежали. Сейчас все дохните и бежать будут. Спал комбат. Входите. Нет, 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 нет. Меня почему-то убить не могут. А, потому что забанили. Мы просто не думали, что вы всю комнату собирать будет. Иди сдохни от мобов. 4, 3. Сейчас. Лучше не надо. Лучше пусть этот меня убьет и уйдет. Все, бежит. Все. Ну все, резай. Тихо. Пусть встанет, блядь. Еще хуже. Резай, разоряй всех.
Ну, точечно теперь. Нет, хули поделать. Я только не знаю, зачем сразу все встали, но да ладно. Потому что бой не висел, поэтому не встали. Через коником масрез даю. Кого когда нет, тот встанет. Он релогается. Придется тактику рассказывать, блядь. Трэш? Да. Хорошо. А, блоккиллер, ты в дисе? Сони что-то. Ставьте шкаф сразу, кто бежит с умом. Шторм, спекни с хила, пожалуйста. А чё рассказывать? Одного как сагрить, блять, робота бьёте, нахуй, твоих пап. Ну а из-за чего сагрили? Из-за того, что отлетают. Сейчас надо рассказать, блять, как чтоб не отлетали. Вы сагрили, потому что иной новички, походу. Ну не сагрили. Вы сагрили, а те, кто отлетали. Вон народ, слышишь? Готов? Сантея, ресницы, он шкаф хоть поставил. Кирс, напиши Фарада, чтобы он тебя сменил. Он на одного босса отпрашивался. Так что все должно быть. Ты пили шкаф, Сантея? Тыкните. Монород, прием. Тыкните, не смог. Чё, воет? Агро удержишь, нет? Вообще у нас танчить роботу будет пианист и крепость. А все остальные будут дамажить. Теперь вопрос, они удержат агро? Ну, чтоб никто не упал. Ну, типа, два протпала должны справиться. Вот смотрите, вот этот большой моб, который сдох. Если он стоит в кружке, а вы стоите, как я череп показываю, то он взрывом откинет вас, и вы отлетите прямо вот сюда, на этих мобов, и их сагрите. Вот этой хуеты не должно быть. Поэтому, блэккиллер, берешь сейчас моба с квадратом, на который я квадрат поставил, и ведешь его в кружок. Весь рейд сейчас подойдите, вот сюда в звезду встаньте. Не надо стоять за спиной большого. Вот сюда встаньте все, и ждите, пока в кружке окажется моб, и вы сможете его бить сбоку. Чек на пул моба. Пулит ДКшник, контролит локи этих самых петухов. Чего теперь по тактике будем трэш бить? Да. На счет 3 пуляй. 1, 2, 3. Веди моба в кружок, 3D метку. Все стойте в звездочке, иначе вас откинет на мобов. И мы опять сдохнем все. А чё, собрал? Чё, можно уже бить мобов? Конечно, большого бей. Таунти моба. Он скидывает агро как роб. Бать, чё, а бы тактику на мобов рассказывал, там трёшь нахуй. Да хватит вот ерунду. Сказали, как стоять, чё вот базарить? Никто не отлетел никуда. Печенька с робота не упала. Вообще я бы потанчил робота, блядь. Да блин, тренер там кое-каких. Вот давайте вот этих мелких ебанем. Лестните, пожалуйста. В смысле огонь не будет, не будет жить? Давай, будет. Расчехляться, летать через это. Спасибо. Я уже пугаю. Просто прилетел в стан, и все. Он прилетел всей группе хилов. То же самое. Блэккиллер, моба ведешь высокого. Он квадрат поставил.
в звездочку, рейд в кружочек встает. Кстати, кстати, не пуль, ты сейчас Леха слева вас пулит. Иди пуль, блэккиллер. А, блядь, слева он хочет. Там же на пул отдали. Давай пуляй этих мобов, блядь. Нужно подойти поближе. Звездочку веди. Ты этих контролер. Спасибо за сумму, конечно, это. Обожди. Нет, мне просто суммонит, а я тут мало. Наруто не охуел, нет, мы его суммонили, блять, раз 15. Он где-то хоть больше раюбился. Кто-кто? Монород. А теперь говорит, раз у меня не суммоните, я отошел. Еще. Да ладно, не переживай, нормально все. Вот мобы там, бейте мобы. Давайте извергайте этих вот этого. Ясики лучшие места. Звездные войны. Короче, вот этот моб с квадратом ваш, мой без метки, тот дальний. И вот сам подержу. Вот. Берите, танчите. Подойдите черепок, кто-то подхилите. Спасибо. Монород, прием, прием. О, красавчик. Трэш почистим, станем. Не АФКш. На мне ебашьте мова большого. Крепость. Специально для тебя повторяю. Зеленка, синька, грит или распыл, знаки или дари, БОЕ и воронки, от этого все отказываются. Понял. Там еще и для мозга. Тебе отдать? Да. С теми двумя мобами то же самое. Сейчас этих мелких обидчиков. Крепость, а у тебя второй спек есть? Да. Чё там, Ред? Да. Да ладно тебе, вот, чё ты такой жадный, дай ему потанчить. Бля. Может, мне всё-таки третьим тогда там как-нибудь? Да слушай, ну вдвоём, чередованием на пулов справится, ничего не случится. На пулов три, всё нормально будет. А так бы он еще раз кол постакал заодно. А так он хуй его постакает, скажет, я фурик, я не стакал. Он Армс, он тоже не стакает. Подкиньте там черепок, умоляю, кто-то подбегите. А у протовара, по-моему, нету все равно в ротации распул. Или вот этого сокрушения, или как это? Так у него в талантах прокачивается стандарт. Босса вместе с крепостью я простою. Хорош. Половлю эти херни. Лёха, ну чё началось-то? Я типа думал, чтоб мы быстрее убили. Вот два протпала, танчат все дамажат. Да и так быстро убьют. Этот. Ну, ребят, вообще, типа у нас реально типа минус один там стоит на рейнже. Хорошо. Будешь заниматься чем-то непонятным. Буду сейвы давать. Да, Блэк Киллер, ты в ДД на этом боссе. Шкаф, суммон, Монорота. Одну сальву, если хорошо.
Короче, затестим, блять, про товар агро. Вой, ты еще ДД-3 не ебани. Не ебану. Да гол соло тогда, танчи. Сейчас. Я тебе кольцо не могу найти. Нет, одного танка не будет, я против. Не сегодня. Я в ШДЛ, мне хороший напуг. Че, короче, Войт офф шмотки, короче, ДДшный найди. Пускай пускай Войт начинает, баллов танка будет. Ну, я так хотел. Баффа все обновляем, каску там по всем. Рыбу едим. Это Редвард, ты на раскола не надейся, мне в ротации нужно больше агронабора. Не смогу тебе раскола поставить. Слышали, я тоже это сказал. Это потому что у него билд кривой. Раскол и всё, делов так. Какой билд? Твой билд кривой, я же тебе говорил. Надо, все он на холле поджали, так что давай этот дамаж. Я как бы за тут, а главное, чтобы агро было. Ну после босса скажешь. Сопроти пьем? Тебе Лех Талеву покидает, Неликс, не переживай. Да, здесь пьют все сопроты. У кого купить можно? У кого-то в рейде, наверное. Кидай Эрдвару. 200 голды сразу приготовь. Куяси. Перчена, баф. Куяси по 220 на ауке. Все подтвердили. Пуляем по отсчету. Подойдите в черепок сразу, вам под боссом надо будет оказаться. Вага, кулак пету. Я его не нашел в толпе. Геро, да? Да, Геро. Быстро не хиль, только щиты вешай, и иногда можешь только кольцо света в экстренных случаях, когда хилам больно. Спасибо за совет, Элбрил. Без тебя не знаю, что бы делала. Щитов нет, а ты быстрым хилишь. Зачем? Инер по ДЦ залейте. Салют, кому надо? Ебать. Ты чек не огрупнул. Там танк 57% второй. Продолжаю напуливать на Войт. Давай. Че, по Войду саду давать? Не надо. Диван на него кинь. Yeah.
Нерфить про товаров? Ну, Эликсу, чтобы не волновался, дам сад. Мне нужна сальва. Минуту откапал мне. Прощай, Эдвард. Есть кинов? По шторму киньте, пожалуйста. Я знаю, что я умру, но я не стопну. Сними диван быстро, могу диван дать. Диван ему, давай ему диван, скорее. Дай мне боб луч тогда. Диван, диван. Снимай диван, сейчас скину. Че-то срыва еще не было. Да что да топ? Дракина, у меня ДПС, а это вот. Вы добились, да, то ну я, что? Я ну был что? На первой строечке. Кто там нормальный пацан? Да, про товар. Слава. Хорош. Крин форум бан, Слава. Я так и знал, надо хантом за эти идиотства, блядь. Ну все, теперь давайте в одного танка. Вот я буду шедеспект, а будет в протовары, и все нормально. Изи. Еще и восьмеру ДПС, давай. Молодец. Дай мне рок. Ага. Я за этого коняка на 150 передамажу. Тебе лутер надо там? Это пофиг. Сейчас соляра, да? Плечи, мейн спек. Покупателей берем на соляру? Не знаю, как хотите. Редвард, трейд. Трусики тканевые, крит-хостовые никому не нужны? Да, мой народ, это был мейн. А мы инспек. Готов на офспек. Брасы на мы инспек. Фига себе, что так можно было? А можно мне перчи тоже на оф? Нет, нельзя, я распулю сейчас токен. Точнее, выкину. На оф спек, брас, рольте. Не убивайте, пожалуйста. Это брасы не для ретри. Представляю, что было бы, если бы их не нерфанули, блять, про товаров.
Там бы вообще пиздец был. А у тебя символ казни стоит? А зачем? Ну смотри, чем больше у тебя урона, тем больше у тебя погод будет. Ну, в смысле, абсурд. А что, символ урон увеличивает или что? А? Где ты это взял? Не так немного символ работает. Дословно, что символ на казнь, что талант на казнь, это дерьмецо. Дерьмецо. Даже Вага это понимает. Даже? Я в Арм дохуя времени играл. Ладно, будем считать, я буду номер один. Ты хочешь сказать то, что символ казни ничего не дает? Ничего не дает. Он не такой полезный, как может казаться. А урон-то увеличивает от казни, он нет? Вообще бесполезный. Нет, не увеличивает. Ну ты внимательно прочти, что там написано. За единицу, блядь, ярости увеличивается урон. То же самое, если у тебя, допустим, было бы дополнительно твоей 10 ярости. Ладно, надо прочитать вслух, наверное. Адельканин, символ. Трэш, снимите трейда, пожалуйста. Крепость он там снимает. А в Дискорде, кстати, есть видосы с этим, как его, с Аларом Геры, с роботом? Есть. У тебя есть вот символ этот? Казни. Нет. Способность это казни, это нихуя. Нанося, наносит столько урона, сколько бы нанесла при наличии 10 дополнительных единиц ярости. Это говорит о том, на казнь нужно сколько ярости? 10, да? Смотри, теперь саму казнь почитай. Вот, давай. Открываем казнь, читаем. Короче, наносится урон дополнительно, еще за единиц ярости у тебя увеличивается урон. Читаем. Попытка прикончить раненого противника, нанеся ему 2816 единиц урона. Дополнительно 38 единиц урона за каждую единицу ярости, вплоть до 30 единиц ярости, то есть максимум 30 единиц ярости. Вот смысл, да, то что больше 30-ки она не ударит дополнительной ярости, поэтому символ, да. Ну, почти что бесполезный. Там получается, максимальный дамаг казни проходит, когда у тебя 45 ярости. То есть ты тыкнул, ярость упала в ноль. И это максимальный дамаг казни. Дальше уже крит, не крит, там модификатор. Хорошо, давай по-другому. Ты после рейда пойдешь бить манекен. А что, я посмотрю, дручок, что ли? У тебя а абсорб... что, манекен? Нет. Это босс, что ли? Или что? Мне объясни. Манекен и босс, ты это разные вещи. Ты послушай меня, послушай, что я тебе говорю. Ну ты одну фигню пойми для начала, что манекен и босс это разные вещи. Ты это понимаешь? Что дальше? Я тебе не об этом хочу сказать. Я тебе хочу сказать, просто посмотри, сколько твой ассор будет без казни, а потом с символом казни. Ну так манекен и босс это разные вещи, ты понимаешь? Смотри, если ты намекаешь, что за символа предел казни поднимется до 40 единиц ярости, то это не так. Да, он не поднимется. Он это... вот 30 единиц есть, и он вообще никуда не денется. Да как бы даже не то важно. Важно понимать, что если ты мейн танк, тебе босс стычки 100 ярости дает сразу, блядь. Тебе нахуй этот символ не нужен. Тебе этот символ зачем? Чё ты им танчить будешь? Он тебе ничего не даст. Не знаю, блядь, ну откуда ты там что взял, но я тебе говорю как человек, который за Вара, блядь. Блядь, все три спека знаю, блядь. Ну тупо все. Вары за Вары. Этот, ассисты дайте, я возьму за трусами человека. Ладно, я спорить не буду, как знаешь. Ну так, я не знаю, что ты хочешь. Ну сделай спектр, принеси так, с этим символом. Мне еще две шмотки осталось. Да что эти шмотки, ты без этих шмоток можешь танчить? Четыре куска ты у меня не будет, как я тебе, блядь, потанчу. Но в плане, блядь, я не посмотрю, сколько у меня там абсорба будет. Абсорб тебе зачем? Ты собрался Халюна во тьме танчить? Там нужен абсорб. Тут бы Солянова нахуй заходить в рыбака и проносить, да похуй. Нет. Это гибрид надо делать. Классический танк тут бесполезен. Просто заебочно, там надо мобов свечить, типа, каждого казнь давать, блядь.
РБК сложно. Мишка проще всего. Протопал Мишка. Толома. Да, протопал Мишка. Вообще легко. Меня тут интересует один вопрос. Вы Т5 собираете для РБК? Блять, я не знаю, зачем их собирать. Лично я собрал Т5. Ну вот ты сам видишь. Джайна, блять, Лич 25 гер, Халион 25 гер. Вот, все, пожалуйста. Вот я собрал себе. Ребята, хватит тырить знаки. Не знаю, кто там для чего собирает, я вот собрал. Числяй. Ну, я себе собираю для чего? Для РБК, для охоты, блять, я не знаю, в рейде где-нибудь потанчить, там, типа, вторым танком или третьим, не обязательно. А мне танчить он мне обещал. Ты, Эдвард, понимаешь, что Т5 напортовара это мейн танк, это не второй танк. Это мейн танк, спек. Я могу и мейна потанчить, мне, в принципе, все равно, ну, какая вот, разница, что второй, думаю, что мейн. То в РБК ты, ну, в нем просто будешь страдать. Ты страдаешь. Ну, блять. Тебе виднее, что там Симон казнь тебе даст в РБК. Разбойник, давай значок. Там еще бы вдалеке мобы идут, осторожно. Давайте как-то отходить. Да еще людей порезать. Мобы близко, отходите. Казахи заднюю не дают. Тотему уберите, тотему. Уберите. Женен, не вставай. Отмени обычный рез. Ну что так делает? Можете пока развлекаетесь, мага с замены в рейд запихнуть. А ты вот реванш пользуешься в Т5? Нет. А зачем ты его прокачал в таланте? А что ты предлагаешь? Какой талант? Я вообще ничего не предлагаю, я у тебя просто спрашиваю, зачем ты его прокачал, если ты ими не пользуешься? Это спек для Т5 и для Т4 одновременно. Еще вопрос. Там не отличаются спеки, если что. Моба возвращает, ребят. На замене кто хочет послакать на этом боссе? Я могу послакать. Окей. Эдвар на замену. Байер в рейд. Сантей, ты вчера как главный милик послакал на замене, так что... Давайте я помогу вам эту трёшь убить, если будет. Валите Санте! О, красавцы! Контрольте людей! Вы без меня почистите или мне съебываются? Тпшься? Просто байер. А нет, не тпшься, да. После трэша тпшнешься.
Гоу в кучу. Капец, тут воронок падает. Кстати, эти воронки еще в цене не упали? Подорожали. Поставьте портал Редвару. Ушел уж. А, ну ладно. Это шкаф из Мунбайера. Крепость спекаси в ретре. Ярости недостаточно. А кто должен шкаф ставить? Лук. Какой? Санкей. Его два раза резали, он не вставал. Не знаю. Да вы его огорчили, нахуя вы его запиздили-то толпой, как гопник. Обидели мышку, написали в норку, блин. Чекни тут, он нет. Он писал, что ОФК. Гоу на выход до Лоруса самонёвный, я шкаф поставил. Ну, типа, перекура не было, он должен быть тут. Тонус подтвердился, нормально. Давай, ставь шкаф прямо тут, самонем Байер. Куда пошел? Блэккиллер в танка обратно. Пианист на боссе. Блэккиллер, ты будешь. Ты спекаешься бы фроста вначале. А есть же фрост? Давай спекайся бы фроста, танка. Будешь контролировать адов. Фарада. Или давайте так. Три мага кидают ролл. У кого меньше, тот и занимается контролем. Анкил с тебя, контроль. Халфайн. Чё вон холики дамажишь? Сколько? РЧ на пул. 13к почти на роботе дал всего лишь. Не, оставайся в танке.
на всякий случай. Десять секунд только Геру сразу не давайте. Пять, четыре, три, два, один. Пока напомню на свет. Ребят, вон звезда бегает, кто не знает, где стоять. А чё, заморозка мозгов не сбивает, Каз? Нет. Стан, контроль. Это сбивает. Обычным такой... не собьёшь. У тебя такое дышение и притяжка сбивает. Понял. Улетел. Грипп и мобы в рейд. Че зря перебегаете, могли стоять между двух нет. Беги, малыш, я беги!
я улетел. Пока. Надо сливать жреца. Кливайте, а вы ешьте. Таунт еще на него неплохо лежит. Дочёта в меня, пожалуйста. Дрюки такие совинные, прям. Ветренние штаны. Совинные. Можно вопрос, вы в ОКХМ что не планируете? Если сетап будет позволять, пойдем. Ладно, я в канале ниже, если что, если не трудно, скажете. Обязательно.